В Каспийске в здании управления по делам ГУЧС состоялся прием граждан. Члены общественной палаты при главе городского округа город Каспийск рассмотрели вопросы жителей, которые обратились к представителям госструктур. На рассмотрение были вынесены следующие жалобы. Реконструкция дороги по улице Кавказской, где уже долгое время не могут проехать мамы с колясками и люди с ОВЗ. А также жильцами поднимались вопросы касаемо благоустройства некоторых территорий города под комфортную среду и многие другие. Так, каспичанка Аминат Муртазалиева рассказала о проблеме жителей общежития по улице Октябрьская, 15. В 2010 году был пожар в нашем общежитии. Ну, уже 13 лет. 13 лет. Вот 13 лет мы ходим, обращаемся по всем инстанциям. И теперь вот, слушайте, у нас были суды. В суде мы выиграли. Нам сказали, нужно предоставить квартиры благоустроенные. Или чтобы мы вошли на ветхое жилье. Нас в 2014 году поставили на ветхое жилье. Мы были в программе, я могу показать. Включили программу в 2014 году. Включили программу. Да. Программа была утвержденная. В 2015 году мы узнаем, что нас исключили из этой программы. Кроме того, были также рассмотрены и другие вопросы, по каждому из которых будет вынесено соответствующее решение. Отметим, что проводится прием граждан в последний четверг каждого месяца.